места мы пока разыскутимся. Но вы не хотите, что вы сейчас будете играть сразу, нет. Так, итак, я поднимаюсь к группе New Folder. И первый вопрос специально для них. Поехали. На чьем компьютере появилась новая папка впервые? И почему вы ее до сих пор не назвали? Собственно, на моем компьютере, и мы не назвали, потому что мы решили, ну, как бы не париться, просто вот новая папка, мы закидывали туда свои записи, и постоянно вот только новую папку, и решили так это назвать. А что, прикольно? Это была группа New Folder. Второй вопрос. Употребляете ли вы допинг перед концертом, репетицией, при создании новой песни? Ну, разве что вот такого плана. Вот. На ручку, да. А что это? Это браслет с чем? Это вот фантастической жидкостью, которая вот нас вдохновляет. И... А как же ЛСД, марихуана, все остальное? Ну, да. Ты что, гонишь, это круче? А, это круче, продашь потом. По черному рынку. А, хорошо, пусть да, ну это браслет всего лишь, да? Но музыка — это наркотик? Еще бы. А, значит, все равно наркоманы, я так и думал. Какое место в нашей... Место, а, ваше, не в нашей. В вашей жизни занимает шоу-биз. Шоу-бизнес. А, шоу-бизнес. Наверное, где-то там между развлечениями и славой. Хорошо, мы... А где наш второй вокалист? Это он... А где? Где? А, вот он попадал. Дальше, хорошо. К тебе, не знаю, знаешь ты хорошо японскую культуру, не очень. Что тебя привлекает именно в японской культуре? Японская культура? Наверное, мультики и девушки красивые, да. Ты назвал аниме мультиком? Это... О, парень, ты шо? Ну ты... Ну, Галя, что ты робишь? Добрый, ладно, мы не будем переходить на украинский язык. Точнее, это уже пятый вопрос, но точно второй к тебе. Вам кажется, что написав новую песню, вы становитесь такими себе супергероями и можете спасти мир? Ну, в каком-то смысле, да. В каждую песню мы вкладываем максимум своей силы, эмоций и вообще то, что мы хотим передать людям. Бессмысленных песен не бывает просто. Я понял, а супергероизм где? Супергероизм? Да. Каждому из нас просто. А, вы супергерои. Но после мы с вами сфотографируемся, потому что супергероями можно смотреться только где? Ребята, где мы находимся? И еще разок! Может, это чуть не организовано. Давайте на раз, два, три. И...